1480. Давайте задокументируем. 1480. Это откуда вы едете? Это я из Волгограда. Самого прям Волгограда. А следующий маршрут у вас какой? Ну, у меня это Золотое кольцо, это заканчивается серым-то посадом. А в Переславле-Залесском были? Ну, я все, ну, объехали. Муромы, вот эти все там. И в Даниловском мужском были там? Да. Ну, это вы вообще, это самое, круто. Подводила техника? Да нет, она у меня техника, так как бы сказать вам... Я так вижу, что у вас рама такая непростая какая-то. Титановая, да? Она сама, это такой подготовленный велосипед, который делает вот фирма была в Москве, Тритон. Угу. И вот она делает, видите, здесь ременная передача. Нет, я только вы мне обратили внимание. Значит, редуктор у нее там стоит. Угу. Такой вот подготовленный. Сколько же вам возраст, с какого вы года, если не секрет? Я 70 лет. Всего должны добавлять, 70 лет. Все, потому что, ну, я моложе немножко, на 7 лет. Да, я восхищен вами. Встречал одного, вот, когда я в этом, ну, в Ярославле. Он идет из Пензы в Мурманск. Пешком. Ему 76 лет. Всего. Пенза, Мурманск идет. Ну, такой маленький, худощавый. Я говорю, как это? Он говорит, дает мне прям все. И какой же у вас маршрут был, если не секрет? Волгоград дальше что было? Вот, это Волгоград поехал, то Волгоград до Тамбова. И сворачиваю я сюда вправо. Шацк, Моршанск, Муром. Потом это самое... Муром? Да, Муром был. Потом это... как его... С Моршанска вы на Муром пошли? Да. Не на Рязань? Нет, на Муром. Да, ну, я хватаю этим Муром. Это правой стороной, вы условно говоря. Потом я оттуда, ну, возвращаюсь на Гусь-Хрустальный. Угу. Из Гусь-Хрустального поднимаюсь я на Владимир. Угу. И с Владимира я иду на Иваново, Кострома. Ну, с Костромы, значит, я пошел на Ярославль. Ростов Великий, прислал это Залецкий, и вот здесь вот я вот здесь последний. Сколько дней и ночей у вас получается? Я выехал 2 числа. 2 числа, да? Сколько ночей? Не считали сколько? Нет, но вы ночуете, я так понимаю, в палатке. Нет, в... знаете, что вот в палатке я не ночевал, потому что мне попадалось так, что от гостиницы. Я могу себе позволить в гостинице спать. А так, если у меня... Вот... Это у вас на НЗ, если вдруг там что-то гостиниц, мест нет или сильно дорого? Да, потому что у меня здесь все есть, но я знаю, что я же спал и в палатках. И... Ну, я представляю. Все у меня есть. Залезка, путешествую я уже сколько? 12 лет. Всего. Всего. И представьтесь, если не секрет, как вас... Владимир, а отчество, фамилия? Владимир Григорьевич Матокин. Матокин. Все, очень приятно, спасибо, вы меня прямо порадовали в Лавре встретить такого любителя велопрогулок. Спасибо, смотрите наш фильм на Ютубе.